Карагандинские ученые займутся проектами по производству лекарств и косметики, поработают над качеством отечественной стали и переработкой отходов металлургии. Сразу несколько грантов в различных областях науки поступили в разработку Карагандинской индустриальный университет. Это стало возможным в рамках послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом на встрече с преподавателями и студентами рассказали руководство вуза и члены партии «Аманат». Ученые, к слову, активно помогают местному металлургическому комбинату в обновлении IT-технологий и химического производства. Вот буквально вот в этом году пятеро наших молодых ученых выиграли на конкурсной основе гранты на развитие, на проведение научных исследований в объеме 20 миллионов тенге. Это же серьезная сумма. Я хотел бы сказать, что президент действительно уделяет огромное внимание развитию науки. В связи с пандемией вы, наверное, наблюдали, что в аптеках элементарно не было различных средств лекарственных, включая парацетамол и так далее. В послании президента сказано о развитии отечественной фармакологии, да, фармацевтики. Вот, именно поэтому я считаю нужным и необходимым развиваться